Пушкин просто не знал, что ему надо писать на украинском, а Шевченко знал. Здесь 27 рассказов, название каждого из которых – это строчка из песни, которая, скажем так, в моей молодости была популярна. Издательство издало, куда оно дальше эту книгу девает? Отдает автору. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Гість в студії» та я, її ведучий Олександр Катунцев. Нещодавна спілка письменників Північної Америки і Міжнародна академія розвитку літератури і мистецтва оголосили підсумки премії «Бурштиновий самородок». У номінаціях «Книга» та «Журналістика» Аркадій Рибак, головний редактор газети «Порто-Франко», письменник та мандрівник, став двічі лауреатом. Сьогодні він у нас в гостях. Вітаю вас. Добрий день. Отже, пане Аркадію, по-перше, вітаю вас з таким дуже приємним міжнародним визнанням. Це, ну, реально дуже приємно, що нагорода знайшла свого героя, так би мовити. І розкажіть, будь ласка, що це за премії, за що вони, за які книги? Ну, хотів би спочатку сказати о удивительному совпадінні. Інформація ця прийшла ко мені 21 июля, в кінці дня. 21 июля – это день рождения моего отца покойного. И как раз одна из книг, которые номинированы на эту премию, это документальная повесть о «Керманский мальчик», посвященная моему отцу. То есть такое удивительное совпадение. Mm-hmm. Я понимаю, что организаторы этого конкурса вряд ли знали об этой дате и подгадывали ее, но вот такая ситуация. Ну, але якось зірки там зійшлися, мабуть. Зірки, да, зійшлись. О самом конкурсе, честно говоря, я ничего не знал. Ситуация довольно оригинальная в плане того, как организаторы получают материал, и как они, не предупреждая авторов, ставят их в число номинантов. Отже, ну, это, не, конечно, не, приятно. Не давали никаких заявок там. Я не подавал заявок. Ситуация была такая. В первых числах мая я транзитом имел возможность пролететь через Нью-Йорк. И у меня с собой было несколько книг, которые я передал своим друзьям и знакомым. В том числе это были вот мои последние книги, изданные, одна в прошлом, одна в начале этого года. Вот. И, судя по всему, эти книги передали организаторам конкурса. Опять же говорю, я вообще ничего о нем не знал, никто меня о нем не предупреждал. Ну, это может быть даже вдвойне приятно, это такой сюрприз и где-то, скажем так, дань тому, той работе, которую я проделал. Скорее всего, люди, надеюсь, те, которые проводили конкурс, наверное, прочитали, и, возможно, их что-то в этом заинтересовало. Если говорить о самих этих двух книгах, которые попали в эту номинацию, значит, ну, об одной я уже говорить начал. Она достаточно оригинально издана. Вот, обратите внимание, такая книга «Перевертыш». То есть в ней включено два произведения – документальная повесть «Керманский мальчик» и сатирический памфлет «Бывшие». Я не буду, конечно, пересказывать содержание этих книг, но просто... А кто хочет дизнатися, да, кто... будь ласка, купуйте так и, можливо, да, перечитать. Но смысл в том, что это достаточно свежая вещь. Презентация этих книг произошла примерно год назад, в конце августа прошлого года. Вот... при достаточно большом, к счастью, стечении народу, потому что удалось попасть после первого карантина и до второго, то есть тогда, когда массовые мероприятия стали возможны. Вот. Что касается второй книги, которая попала в эту номинацию, это совсем свежее произведение. Это цикл рассказов под общим названием «Этот мир придуман не нами». Концепция достаточно простая, с моей точки зрения. Здесь 27 рассказов, название каждого из которых – это строчка из песни, которая, скажем так, в моей молодости была популярна. Да? То есть никоим образом содержание рассказов не привязано к строчке из песни, но
где-то смысловое пересечение в них есть. Все вместе эти рассказы, весь этот цикл выстраиваются в некую такую небольшую повесть, вот, которая охватывает, допустим, с моей точки зрения, вторую половину 20 века. Наверное, это было бы интересно людям, ну, и моего поколения, и тем, которым интересно посмотреть, почитать, как, в общем-то, жили те, кто чуть постарше, в совсем недавнем еще 20 веке. Потому что мы быстро-быстро продвигаемся в веке 21-м, да, уже, вот, уже скоро четверть века закончится, а ведь большинство из нас родом еще из 20-го. Поэтому вот это истории оттуда. Ну, думаю, буде дуже цікаво читачам дізнатися ці історії. До речі, ви сказали от про першу книгу, так, «Акерманський мальчик». Ну, я так розумію, вона автобіографічна, вона присвячена вашому батьку, так? А всі ваші твори якоюсь мірою автобіографічні? Отже, головні герої цих творів – це реальні люди? Чи вони якісь видумані персонажі? Смотрите, дело в том, что я уверен, если взять всю мировую литературу, то есть я не пытаюсь себя равнять с классиками мирового уровня, но в мировой литературе совершенно четко прослеживается одна простая вещь. Многие писатели, особенно 20 века, начинали свою деятельность журналистами. То есть они набирали массу информации, массу данных, эмоций, ситуаций, в которые они и их близкие и знакомые попадали. И, конечно, любое художественное произведение так или иначе базируется на каких-то реальных событиях. Вот. Если не считать, что существует такой жанр, как фантастика, как еще чего-то такого, да, я в этом не силен, потому что у меня все произведения действительно имеют, ну, какую-то реальную основу. Другое дело, что когда ты пишешь, то, соответственно, ты образы создаешь, может быть, несколько иначе. То есть ты представляешь себе условного прототипа, но ни в коем случае ты не описываешь его от А до Я. Если говорить о вот этой книге, о которой вы спросили, «Акерманский мальчик», конечно, это документально-художественная повесть, то есть в ней есть главный герой, то есть мой отец, могу просто сказать, кто, это человек, который, опять же, во второй половине 20 века был знаменитым фоторепортером в Одессе, заслуженный журналист Украины Михаил Рыбак, может быть, кто-то помнит. Вот. У него очень, ну, такая непростая, интересная судьба. Тут речь идет и не только о нем, но и вообще о семье. Фактически все, что происходило с начала 20 века, связанное с его родителями, то есть с моими там бабушками, дедушками. То есть это вот такого рода повествование. Так. Естественно, поскольку в тот момент я там не присутствовал, меня на свете не было, то она частично, конечно, документальная, но во многом художественная, потому что мне приходилось целый ряд вещей домысливать. То есть я о чем-то знал, о чем-то догадывался, что-то я пытался почерпнуть из информации, которую можно получить на аналогичную тему. Но, собственно, так создаются такого рода произведения. Ну, до речі, всі таємниці розкривати не будемо. Отже, що цікаво, ви сказали, що ці люди, отже, не ви сказали, я кажу, що ці люди – це герої свого часу. Ваш батько так був відомий фотограф, його багато хто знав, поважав. В інших творах теж люди – це герої свого часу. А хто зараз, на ваш погляд, є героєм свого часу? І чи хотілося б вам розказати чи написати про сучасних героїв? Ну, смотрите, это сложная штука, ведь нас как учили? Герой тот, кто совершил какой-то подвиг, да? Ну так, ну, в моей молодости. Скажем так, не обов'язково це військовий подвиг. Конечно, да, но подвиги в Советском особенно Союзе, подвиги были везде. Они были трудовые, на жнивах, у Мартена,
где угодно, у полярников, все совершали подвиги. То есть, по сути, любая работа, если она происходила в экстремальных условиях, которые непонятно кто и зачем создал, то это уже был подвиг. Вот. С моей точки зрения, героями могли бы вот для современной молодежи стать, кстати говоря, спортсмены. Я переведу немножко тему на сегодняшнюю ситуацию. Вот сейчас происходят Олимпийские игры в Токио. Ну, это дуже доречно, так. Да, Олимпийские игры в Токио. Почему я хочу перевести тему на эту? Потому что у меня энное количество лет назад вышла книга очерков «Кумир». Это очерки о одесских олимпийцах. На самом деле это реально люди, которые в непростых многие из них обстоятельствах тренировались, соревновались, шли к своим этим результатам. Вот. Мне приятно было, что, по-моему, 5 или 6 лет назад муниципальной премии имени Паустовского в разделе краеведения была эта книга отмечена. Вот. Она, в общем-то, уже достаточно много попала в народ, ну, скажем, особенно в спортивной среде, среди спортивных школ, тренеров и так далее. То есть много людей, которые хотят действительно узнать, почитать, что же, как эти люди добивались результатов в условиях гораздо, честно скажу, худших, чем те, которые есть сейчас. То есть сейчас не идеальные условия для спортсменов. А вы же понимаете, что в послевоенное время, 50-е, 60-е годы, было еще, наверное, сложнее. И при этом люди добивались очень высоких и уникальных результатов. И они реальные герои. Да, они спортивные герои. Честно говоря, могу напомнить наш с вами разговор в этой же студии по поводу спортивных героев и о том, что я предлагал, настаиваю и продолжаю настаивать на том, что олимпийских чемпионов Одессы нужно соответствующим образом в городе увековечить. То ли памятными знаками, то ли какими-то бюстами на месте их, так сказать, проживания или, может быть, возле спортивных, неважно как. Но история нам говорит, что это люди в мировой истории, да, начиная с Древней Греции, всегда пользовались огромным уважением и авторитетом, особенно в тех городах и странах, которые они представляли, честь которых они защитили и стали чемпионами. Поэтому, я згоден с вами, мы повинні их знать, по-перше, и пишатися ними. Так. Я к тому, что реальные герои моих книг, то есть вот это совершенно четко документальная книга, тоже, конечно, с элементами художественными, поскольку это очерки с описаниями их жизни, каких-то перипетий. Вот. Но каждого из этих людей я знал лично, даже тех, кого сейчас нет в живых, с каждым из них я общался, и все эти истории, в общем-то, услышаны от них. Уже повертаючись до героев нашего часу, чи є таке бажання? Чи є такі люди, по-перше, про кого хотілося б писати? Ну вот, если честно, я для себя такого не нахожу варианта. Почему? Скажу честно, вот как я понимаю ситуацию. Значит, писать, грубо говоря, о каких-то выдающихся там бизнесменах или еще ком-то, ну я думаю, что это, наверное, не тот жанр. У нас почему-то последние десятилетия героями, ну вот, экранов и так далее становятся люди довольно сомнительной репутации. Я не хочу огульно все это как бы говорить, но вы же сами видите, очень героическим считалось там участие в каких-то блатных разборках, там, так, какие-то криминальные, да, бесконечные криминальные, бригада, конечно, да, да, тоже, да, там, да. Глухари, какие-то очень странные люди из силовых структур, которые, наверное, героями нашего времени можно считать ребят, которые сегодня на Донбассе защищают там границы Украины, да, безусловно, но я не в этой теме, и я не хочу писать, добре, говоря, о том, чего я не знаю. Поговоримо тоді про інше. Взагалі про читацьку аудиторію і взагалі про
ну, наскільки людям важлива ця література зараз. Бо за часів Радянського Союзу вважалося, що СРСР – найбільш читаюча країна. Ну, до речі, тоді не було інтернету, так? І книга була єдиним таким джерелом знань. Як вплинув інтернет на популярність, ну, друкованих видань, і чи можна вважати зараз українців читаючою нацією? Опять же, статистики у меня нет, но есть ощущение, есть как бы наблюдение. Наблюдение следующее. Если говорить о пропаганде книги, пропаганде чтения, она отсутствует напрочь. И это очень плохо. Вот в этой области есть действительно исследования, которые говорят о том, что если человек не приучен читать достаточно длинные связанные тексты, то он не в состоянии вести какую-то целенаправленную толковую работу. То есть он не сможет разобраться в договорах, ну даже в таких простых вещах, которые сопровождают сегодняшнюю действительность каждый день. И это не вопрос уже интернета, это вопрос чисто взять в руки текст хотя бы на 5-10 страниц, это минимум, да, который тебе нужно прочитать, чтобы понять, в каких отношениях ты должен находиться там с банком, с организацией, с обслуживающей конторой, ну мало ли с кем, да, с каким-то партнером. А вот люди, которые не читают, им трудно прочитать даже такой текст, и это катастрофа. В то же самое время катастрофа видна по сдаче экзаменов многими школьниками. Это так. Ну, на жаль, это да. Є дані, при этом, цифры, и при этом самое удивительное, что самые большие конкурсы абитуриентов на поступление, на гуманитарные предметы, это людей, которые напрочь отучились читать книги. Конечно, я не хочу сказать, что никто не читает. Нет, есть еще, слава богу, большая группа, так сказать, людей с старше среднего возраста, вот такой, да? Дуже важливо, так. Да, для которых книга была и остается тем источником, который они привыкли пользоваться и который доставляет им наслаждение. Я не буду кривить душой. На все мои презентации, там, где приходят 70, 100, 120 человек, большая часть – это, конечно, люди старше 50 лет. Не спорю. Но приходят и молодые, кстати. Приходят и покупают книги, и там просят автографы, там все такое прочее. То есть, отже, значит, надія є. Да. Но есть еще одна большая проблема. Опять же, в свое время существовала очень четкая, стройная система книгораспространения. Как любое дело должно как-то коммуницировать, да, с народом. То есть издательство издало, куда оно дальше эту книгу девает? Отдает автору? Непонятно, что автор должен делать. Ну, была система областных книготоргов, у которых была обширная сеть магазинов, магазинчиков по, допустим, всей области, в каждом районе и так далее, и так далее. Они могли со своего склада перебрасывать, где книга лучше продается, хуже продается и так далее. Но в целом у них была сеть, и это был, ну, как бы путь к читателю. Сегодня в Одессе такой сети не существует. Те разрозненные магазины, которые существуют, они, как правило, как я выяснял, вообще не принадлежат даже в основном одесским предпринимателям. И эти магазины не особо заинтересованы даже продавать книги, условно говоря, одесских авторов. Потому что достучаться к ним напрямую невозможно через их хозяев, которые находятся условно там в Киеве, в Днепре, там где-то еще, бывает достаточно сложно. И поэтому это вопрос не только мой, это вопрос всех людей, которые в Одессе, в других городах пишут, издают книги. Да? То есть на втором этапе, ну, сталкиваемся с проблемой. На мой погляд, еще выникла одна проблема, но я не знаю, насколько она серьезна. До речи, 16 липня набула чинності низка нових норм закону про державну мову. І з цього дня українські видавці зобов'язані видавати державною мовою
половину, да. Не менше, є, скажімо є так, не менше половини усіх виданих упродовж року книжок. А книгарні мати у продажу не менше 50% книжок українською мовою. Ось як цей закон може вплинути і на вашу творчу діяльність? Ну, скажем так, если я писал по-русски, то я и буду писать по-русски. А не до потому, речі, не плануєте перекладати свої твори на українську? Мені не потрібно перекладати, бо я володію українською мовою досить нормально. Колись я працював у молодіжній газеті, яку примусово випускали українською мовою, і всі свої статті я писали українською, так? Виключно, без перекладачів. Тобто для мене це не є проблема. Проблема в іншому. Перехожу на русский. Я родился в русскоязычной среде, у меня русскоязычное мышление. И не вопрос того, могу или не могу я написать на украинском. Я могу написать. Я не понимаю, зачем мне это нужно. Угу. Я не хочу никого обидеть, потому что я понимаю, что есть люди, для которых читать на украинском – это нормально. Никаких вопросов. Но я думаю, что большинство авторов, пишущих по-русски, ну, я уже не говорю о поэтах, потому что как поэт сам себя может заставить… Ну, це неможливо, бо воно ж давайте не будемо говорити нічого неможливо. Наш великий український поет Тарас Шевченко писав, кстати говоря, на двох язиках. І всі його повісті написані на російському язикі. Це в оригіналі. Це про Шевченка, а Шевченка... припустимо, Пушкін не зможе українською написати. Пушкін просто не знав, що йому треба писати на українську. А Шевченка знав. Поэтому я думаю, що це буде несколько искусственная проблема, потому что те, кто писал и читал на русском, они, скорее всего, будут продолжать писать и читать на русском. И те 50%, значит, одно из двух. То ли станет меньше русскоязычных книг, а больше украинских, может быть, они как-то уравновесятся и будут находиться. Просто смотрите, тут ситуация в том, что сегодня книготорговля – это не государственная. Это приватный бизнес. Да, так, и, так. Допустим, любому предпринимателю хочется иметь на полках то, что будут покупать. Поверьте мне, что если бы я был уверен, что в городе Одессе у меня найдется, там, скажем, 10 тысяч поклонников почитать вот эту книгу или любую другую на украинском языке, я бы сел ее сам перевел. Угу. Да. Відповідь зрозуміла. Ви знаєте, підбиваючи підсумок нашої бесіди, бо час вже зовсім не залишилося в нас часу, а ще б хотілося б говорити і говорити. Але підбиваючи підсумок і повертаючись до мого питання про інтернет, нагадаю, що один з героїв легендарного фільму «Москва сльозам не вірить» казав, пам'ятаєте тоді, що телебачення замінить все. Не буде театрів, кіно, буде тільки телебачення, одне телебачення. Слава Богу, цього не сталося. А чи можуть зникнути в наші часи інтернету і загальної діджиталізації книги? Друковані книги маю на увазі. Ну, я думаю так, в ближайшій перспективі – ні. А на дуже дальню перспективу я не берусь судити. Я вам скажу так, я неоднократно бував в різних странах, да, бував на книжних ярмарках в той же Германії, бачив в Італії і так далі. Огромне кількість видань виходить, у них типографії загружені в рази більше, ніж у нас. Виходять і художнє, научне, білетристика, все, що угодно. Продолжает выходить. И вы зайдете в вагон метро, скажем, там в Нью-Йорке или в Париже и так далее, часть людей сидит и читает книжки даже сейчас. Угу. То же самое вы увидите в аэропорту, то же самое вы увидите, ну, там, где скопление людей, где это можно массово увидеть. И пока я, честно говоря, не вижу даже вот в цивилизованном мире, на который мы равняемся, у нас происходит деградация.
Я считаю, що деградація. Я хочу побачити це у нас. Так, бо у нас частіше всього бачиш у телефонах всі сидять. Последнее скажу так. По этому поводу. Тут есть, опять же, один очень важный момент. Сегодня книга стала достаточно дорогим удовольствием для людей, которые хотят и могут читать. И неинтересной для тех, кто может себе позволить, но не понимает зачем. Зрозуміло. Дякую вам за цікаву бесіду і бажаю успіхів. Бажаю. Дякую вам. І хочу побачити нові книги, нові твори. На все добре. Дякую. Що ж, шановні телеглядачі, наша програма добігла кінця. На все добре. До зустрічі.